Ровно 10 лет назад тысячи тюменцев собрались на площади 400-летия Тюмени с плакатами «Крымчане с возвращением домой». 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в состав России Крыма и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Крымской весне в Заводоуковске посвятили большой концерт, его начали еще до полудня. А первой площадкой, где всех поздравили с праздником, стал Дворец культуры. Здесь на площади установили сцену и исполнили гимн России. А вместе со специалистами культурно-досугового центра его пели и горожане. Для многих из них этот праздник уже стал семейным. Это большой и огромный праздник для всей России. Вот. И они рады, что к нам присоединились, и мы рады, что мы же русские, мы все русские и все братья, поэтому надо жить в мире и согласии.